Приветствую, друзья. Мир сотворяют безнадежные оптимисты. Несмотря ни на какие обстоятельства и трудности, надо учиться использовать энергию напряжения стресса в собственных интересах, открывать свои творческие способности, заниматься любимым делом. И, как я всегда говорю, чем больше любимых дел, независимо от того, приносит вам доход или нет, поддерживают ваше здоровье, ваш гуманизм, оптимизм, ваше внутреннее свободное чувство, без которого невозможно жить. Состояние внутренней свободы – это самое важное, вопреки всем обстоятельствам. Поэтому вам моя картина «Берегиня». Пускай вас бережет в наши трудные времена. Вспоминайте иногда, о чем мы говорим в нашей школе человечности, человек будущего Homo Futurus. Мы говорим о том, что человек по своей природе хороший. А у кого какие-то психотравмы сейчас, а много людей с этим, вы хотите на бесплатный ликбез на странице моей в YouTube-канале «Бесплатный ликбез». И смотрите там. Подбирайте для себя приемы, которые соответствуют лично вашему индивидуальному состоянию в моменте. И вам это будет помощью. До встречи, друзья!